Мы рады приветствовать вас на городском фольклорном фестивале «Храни себя, Россия!» Открывает нашу программу в номинации «Хоры», «Народный коллектив», «Хор русской песни «Родные напевы», «Дом культуры «Сувенир». Руководитель, заслуженный работник культуры Леонид Иванович Губа. Концертмейстер Павел Ганкевич и Аркадий Дуркин. Thank you.
народный коллектив хор русской песни «Родные напевы», дом культуры «Сувенир». Браво! Что в полюшке
заневские напевы Кудрова. Хор ветеранов «Русская песня», Дом культуры и творчества курортного района, город Сестрорецк. Эх, вернуться в те края, где до неба
до неба тополя, тополя. Мое детство культуры и творчества курортного района. Руководитель Яровиков Алексей Александрович. Народный хор ветеранов Великой Отечественной войны и труда культурно-досугового комплекса «Красносельский». Руководитель Надежда Николаевна Бычковская. Yeah!
Интернет особого комплекса «Красная Чехия», родитель Надежда Николаевна Пучковская. Песни, ансамбль русской песни «Раздолье», Дом культуры «Рыбацкий». Thank you.
нашей песни «Раздолье», Дом культуры Рыбацкий. Руководитель Дмитрий Федорович Борисов, концертмейстер Павел Владимирович Пивоваров. Вокальный ансамбль «Лазурь». Культурно-досуговый центр «Заневский». Вокальный ансамбль «Лазурь». Yeah.
вокальный ансамбль «Лазурь», культурно-досуговый центр «Заневский». Народный коллектив, ансамбль русской песни «Калинушка», Пушкинский районный дом культуры. Руководитель Юрий Валерьевич Юркин, концертмейстер Андрей Владимирович Токарев. Простой котелок.
из Победы я вернулся назад. Ох, и не знаю, как и рассказать. Из Москва-Вела черна земля. А где ж его любушка? Ансамбль русской песни «Камилушка», Пушкинский районный дом культуры. Руководитель Юрий Валерьевич Юркин. Концертмейстер Андрей Владимирович Токарев. Ансамбль «Федора», Федоровский дом культуры. Руководитель Сергей Борисович Харитонов. Желтенького, натаренная на желтенького, кто?
ансамбль «Федора». Ансамбль русской народной песни «Крин», культурно-досуговый комплекс «Красносельский», руководитель Надежда Николаевна Бычковская. Скоро дома.
правда диктует. Здравствуй, милая моя, Женя ранена близко к сердцу. Ты не жди домой меня, Женя ранена близко к сердцу. Ты не жди домой меня. Ой, нет, сестра все письма пишет. А на сердце тяжело, ее муж давно убитой, а она все ждет его, ее муж давно убитой, а она все ждет его. Между гор, между карпатских, между тех высоких. Ансамбль народной песни «Крин», культурно-досуговый комплекс «Красносельский», руководитель Надежда Николаевна Бычковская. Молодцы! Браво! Горница, Дом культуры и творчества курортного района, руководитель Алексей Александрович Яровиков. Ансамбль «Горница». Песня хороша и гуляет на разбашах.
Дом культуры и творчества курортного района. Руководитель Алексей Александрович Яровиков. Приморский культурный центр ДК Ольгина. Фольк-шоу-группа «Жемчуга». Руководитель Марина Анатольевна Турлыгина. Yeah.
не моя, это батюшке моего. Это не моё, это батюшке моего. Вывели его, да вывели его, вывели его, ворона добра коня. Вывели его, ворона добра коня. Это не группа «Жемчуга», Приморский культурный центр, Дом культуры Ольгина. Приглашается ансамбль «Родные напевы», Дом культуры Левашовский. Руководитель Марина Адольфовна Александрова. Поля, да богатства лесные, да синих озер благодать. Россия, 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 границ красоте не видать. Ночам они от дома снятся.
одолела. И жениться захотел он. Ну кого же выбирать? Надо думать, рассуждать. Старый дед, старый дед, задумал жениться. Старый дед, старый дед, задумал жениться. Задумал на старый дед, другая жениться. Сидел, думал, 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 другой раз жениться. Сидел, думал, 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 другой раз жениться. Если старую жену взять, работать не станет. Сидел, думал, 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 работать не станет. Сидел, думал, 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 работать не станет. Молодую жену взять, его не полюбит. Сидел, думал, 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 его не полюбит. Сидел, думал, 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 его не полюбит. А коли полюбит, то не поцелует. Сидел, думал, 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 то не поцелует. Сидел, думал, 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 то не поцелует. Родные напевы, Дом культуры Левашовский, руководитель Марина Адольфовна Александрова. Ансамбль русской песни «Россияночка», Дом культуры Парголовский, руководитель Алексей Александрович Шипицын. Ансамбль русской песни «Россияночка». Вставало утро раннее, утро раннее, провожала сына мать путь дорожку дальнюю по краю, краю чужой. Сердце мать
ансамбль русской песни «Россияночка», Дом культуры «Парголовский». Руководитель Алексей Александрович Шипицын. Ансамбль «Ивушки», КСЦОН Колпинского района. Руководитель Александр Викторович Пшедромирский. Ансамбль «Ивушки». Парнем пригод.
девочка вдохновенна, и на концертах ноги сами разведут. Чтоб перед Богом не склонять колено, пусть без юности и радости живут. Чтоб перед Богом не склонять колено, ансамбль «Ивушки» СССР Колпинского района. Руководитель Александр Викторович Пшедромевский. Ансамбль русской песни «Павловчанка». Центр кино, культуры и досуга «Павловск». Руководитель Арина Михайловна Саванина. Концертмейстер «Казак» Валерий Антонович. Ночь проходит, а я у порога. Потому что забыть нелегко.
скажи, скажи, подруга, вся ли молодость прошла, вся ли в поле рожь созрела, ежевика отцвела, все ли песни перепела, все ли слезы пролила. Русской песни «Павловчанка», Центр кино, культуры и досуга «Павловск», руководитель Арина Михайловна Саванина, руководитель концертмейстер Казак Валерий Антонович. Следующие ансамбли будут выступать в номинации «Фольклорные ансамбли». И открывает номинацию «Фольклорный ансамбль «Светлица», Дом культуры «Славянка», руководитель Александр Викторович Пшедромирский. Из-за лесу, лесу темно вода, из-за садику до зеленого, из-за садику до зеленого, да летит стадушко, да гусиною.
матушке, да помог небо, да небель белую, да покрёвывать. Лебедь белую, да покрёвывать, да гусли гуси, гуси серые. Фольклорный ансамбль «Светлица», Дом культуры «Славянка». Семейный ансамбль «Тропина», Дом творчества Пушкинского района. Руководитель Елена Викторовна Прокофьева. Семейный ансамбль «Тропина». Не было ветром, моя мама, никогда родной матери.
Янковой горе, на Янковой горе девка траву жала. Лёлюшки, люли, девка траву жала. Девка траву жала, серпик поломала. Лёлюшки, люли, серпик поломала. Обаче пьяночка, стоячи на гоночках. Ансамбль «Тропина», дом творчества Пушкинского района. Руководитель Елена Викторовна Прокофьева. На сцену выходит культурно-досуговый центр «Ижорский», руководитель Марина Викторовна Орлова. Фольклорный ансамбль «Колпица». Кручина, вот да большая.
две березы ели, лёли, лёли, две березы ели, сама сяду делится под белою березой, лёли, лёли, под белою березой, погляжу, да я туда, да на большие острова, лёли, лёли, на большие острова, на большие острова, да две горы высокие, лёли, лёли, две горы высокие, а одна гора высока, а друга вот ниже, лёли, лёли, а друга вот ниже, а один белый далёк, а другой ближе, лёли, лёли, а другой ближе, одного зовут Фома, другого Филаретом, лёли, лёли, другого Филаретом, Филарета люблю летом, а Фому зимою, лёли, лёли, а Фому зимою, распашу я садовую гору, лёли, лёли, садовую гору. Фольклорный ансамбль «Колпица», культурно-досуговый центр «Ижорский». Русской песни «Русская беседа», культурно-досуговый центр «Ижорский». Руководитель Александр Иванович Томашевский. Хор русской песни «Русская беседа». Thank you.
сбылося, мы храбры, колоколов моей земли. Они вели народ на праздник, на сечи грозные вели. Культурно-досуговый центр «Ижовский», руководитель Александр Иванович Домашевский. Народный коллектив, хор русской песни культурно-досугового центра «Московский», руководитель Геннадий Романович Михалкин.
премьера песни, люблю русскую песню, которая родилась в нашем коллективе, как и все произведения, которые я пишу. И второе произведение «Ой, на поле полюшки» в связи с событиями, которые сейчас в мире и в стране, я не мог не откликнуться, и поэтому слова и музыка «Ой, на поле полюшки». Народный коллектив, хор русской песни, культурно-досуговый центр «Московский». Руководитель Геннадий Романович Михалкин, заслуженный работник культуры России. Хор народной песни «Грушица», культурный центр «Троицкий». Руководитель Татьяна Сергеевна Пахалкова. Концертмейстер Сергей Александрович Анашкин. Хор народной песни «Грушица». Лиза,
Мысли перепутала нотным переливом, музыку негромкую ночь слепая слушала, заплетая медленно косы грустные. Культурный центр Троицкий.